Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал «Футбол – это жизнь», и мы продолжаем делать прогнозы на матчи чемпионата мира 2022 года в Катаре. Четвертьфинальный матч, который заканчивает стадию четвертьфинала, Англия против сборной Франции. Друзья, обязательно пишите в комментариях ваш прогноз на эту игру. Интересно будет потом почитать и сверить с реальными результатами. Ну что же, пробежимся по матчам в плей-офф этих двух сборных. Сборная Англии без проблем со счетом 3-0 переиграла сборную Сенегала. Ну а французы с небольшой такой натяжкой, по счету это и видно, вот эту вот маленькую натяжку. По факту все шикарно сделал Килиан Мбаппе в матче с Польшей. Просто на последних минутах встречи мяч попал в руку защитнику Франции. И Роберт Левандовский то со второй попытки смог реализовать пенальти. Поэтому Уго Льорис не смог сыграть насухо. Но все же выход в четвертьфинал. Англичане быстро забивают. И быстро забивают еще и французам. Таким вот фаворитам. Казалось бы, почему бы и нет. Но вот англичане в глазах любителей просто футбола, экспертов, может быть, должны что-то из себя действительно значимое показать. В прошлом чемпионате мира они дошли до полуфинала, потом там проиграли, вылетели в матч за третье место, где, если я не ошибаюсь, они действительно вот проиграли бельгийцам, это если я не ошибаюсь, вот. Но на последнем турнире, на котором они участвовали, это даже Лигу наций мы здесь не берем, турниры именно чемпионат Европы, дошли до финала и уже в финале проиграли итальянцам по пенальти. Ну и здесь англичане уверенно переигрывают французов, уже в первом тайме забив два мяча. И вот единственный момент во втором тайме, который был от французов. И на этом все, друзья. 2-0, победа сборной Англии. Всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши видеоролики и стримы. С вами был Андрей, канал «Футбол – это жизнь». До новых встреч, друзья. Всем до свидания.